Я хочу поблагодарить весь личный состав Академии, который на протяжении последних недель и месяцев проявил свои лучшие воинские качества. Самое главное – выдержку, способ, спокойствие и не допустил никаких нарушений общественного порядка. Не допустил никаких нарушений воинской дисциплины. И самое главное, показал, что личный состав Академии чувствует себя единым и севастопольцами, и с крымчанами. Равнение на середину. Государственные и военно-морской флаги Украины торжественно Института и Военно-морской академии
военно-морских сил вооруженных сил Украины. Эта история неразрывна, ибо в этих стенах шла подготовка офицеров. Мнений, что эта традиция будет продолжена. Готовясь к 75-летней годовщине училища, мы отдадим дань уважения всем, кто вложил слово и звание выпускника Черноморского высшего военно-морского училища было гарантией качества. В настоящий момент выпускники училища командуют двумя флотами – Черноморским и Тихоокеанским. Многие выпускники находятся на серьезных должностях, продолжая высоко нести звание выпускника училища. В завершении своих слов я хочу представить исполняющего обязанности до вступления в должность нового начальника училища, который вступит в должность в ближайшие дни. Капитана первого ранга Гринкевич Александра Петровича. Александр Петрович в системе военно-морского образования 16 лет. До этого он исполнял должность начальника учебно-методического центра военно-морской академии. И поверьте, у него колоссальный опыт подготовки офицеров, курсантов, иностранных специалистов. И он полон желания. Осознавая всю ту сложность этого этапа, вложить свои силы, энергию и опыт для того, чтобы продолжить качественное образование в стенах училища. Черноморское высшее военно-морское училище. Равняйсь! Смирно! Равнение налево! Государственный и военно-морской флаг Российской Федерации вести! Государственный и военно-морской флаги Российской Федерации поднять!